Доброе утро! Вот и наступило 1 мая 2019 года. Открытие сезона очередное. Опять я в Лепое. На этот раз с сыном, с Денисом. Лодки уже жужжат по озеру. Сейчас чуть больше 5 часов. Мы, в общем-то, не торопимся. Для нас сегодняшний день — это открытие сезона. Рыбу мы свою поймаем. Итак, сегодня 8 градусов тепла, погода, в принципе, летняя. Сегодня будет солнце, облаков совершенно нету на небе, что, наверное, может быть не очень хорошо для щуки, но черт его знает, будет рыба, не будет. Что скажешь, будет рыба? Конечно. Ну, значит, вперед за рыбой. Эта короткая история, о которой сегодня пойдет речь, является лишь маленькой частью, а точнее один день моего длинного 10-дневного отпуска, который я традиционно провел на Лепойском озере. Первая спиннинговая рыбалка с лодки после длинной зимы – это всегда приятно. Новые эмоции, которыми я очень хотел поделиться со своим сыном, ну и, конечно, с теми, кому интересны мои видео. Ну все, моторчик пошел. Была мысль сегодня посетить дальний кордон, поехать на тот конец озера. Но все-таки решили, наверное, остаться здесь из-за погоды. Ветер обещает только к обеду, а при таком штиле, если учитывать, что уровень просто мега низкий, будет очень сложно найти там рыбу еще с таким прессингом. То есть воды там почти не будет. Я думаю, что в другой день мы туда сходим. А сегодня на стандартном месте попробуем половить окуня, щуку. Вот. К тому же, как я заметил, в этом месте пока лодок нету, все почему-то рвутся туда. Может, я ошибаюсь, но это будет видно уже по факту. В прошлом году тоже не угадали. Но потом наверстали упущенное. Так что так. Успели отойти, уже намотали мешок на мотор. Ну, в общем, если рыбалка так начинается, то, наверное, что-то будет. Вот. А вообще хочу заметить, что зеленый камыш уже поднялся. Это очень необычно в 1 мая. Обычно в 10-х числах только появляются зеленые камышики среди старого. А тут уже, в общем-то, местами он по полметра, а местами и метр. Но это все зависит от уровня воды. Уровень низкий, корни прогрелись, и все, процесс пошел. Что я хочу сказать, ребята, вода такая низкая, что в тех местах, где обычно лодки, сейчас люди в забродках ловят. В принципе, нормальный уровень по пояс воды. Вот такая весна интересная. А на наших местах никого нету. Ну попробуем, ямка там все-таки, что-то должно быть. Так, поставим вот такого воблера. Начинали мы с ловли на воблеры, так как здесь мог попадаться и крупный окунь, который, правда, в последние годы все реже появляется в количестве здесь. Подрастающему поколению я хотел дать снасть попроще, однако он решительно сказал, что тоже хочет твичить. Я уже забыл. Да пробуй, все в порядке.
Да, без рывков. Я понял тебя. Ну пробуй, надо пробовать. Я не знаю, есть ли здесь, может здесь только белая рыба. Я пока еще не видел, чтобы кто-то что-то достал. После первых нескольких десятков забросов сложилось впечатление, что здесь хищной рыбы просто нет. Да и проводки пока получались какими-то неуверенными. Ведь, казалось бы, столько лет опыта, а ведь отсутствие постоянной практики все-таки сказывается. Необходимо подбирать не только воблер, но и темп проводки. Непонятно пока, на что ловить и как ловить. Может, какой-то маленький, тонущий или плавающий, наоборот. ТСП. Рыба пока не ловится. Уже полтора часа мы макаем приманки, и все безуспешно. Вокруг прыгает бель, я думаю, что это густера. Было подозрение, что может быть среди нее есть окунь, но, как мы понимаем теперь, вряд ли он есть. Причина основная, я думаю, в том, что идут углубительные работы в порту. Они начались еще поздней осенью. И вот ребята сказали, что рыба не зашла. А рыбы не было ни в Тосморском канале, нигде. Вот. А также углубляют речку Барта. Это с той стороны озера, куда, в принципе, сунулся весь народ. Вот. Там, не знаю, для каких целей, для какой-то мелиорации. Ну, в общем, они углубляют русло. Видимо, чтобы воды выходили лучше. Может, затапливать берега или что. Ну, не в этом суть. Пока я еще никому не звонил. Как там у ребят на дальнем кордоне что-то происходит, непонятно. Еще рано об этом говорить. Обычно я в это время щуку ловлю где-то с часов с 8, а с утра окунь. Но окуня ноль. То есть мы не видели ни поклевки. Перекидали воблеры, резину мы еще не пробовали. Ну, пробовали даже спиннербейт. Вот, ну, не знаю. Есть такая мысль, позвоните, если у них что-то происходит, рвануть на ту сторону. И вскоре, немного сместившись, наконец-то произошла первая поклевка. Давай, пацан. О, барахтается. Маленькая щучка. Все. Или нормальная. Не, на килограммчик есть. Хорош. Годный. Килограммчик есть. Ого, на воблер взяла. Опа! Первая щука. Первая щука сезона 2019. Зачетная щучка, я думаю, что сантиметров 60 она такая. Воблер только приземлился. Я успел сделать только один твич. И сразу же получил резкий удар. Вот, сейчас время у нас уже 8 часов 5 минут. Такое ощущение, что открылся рыбный магазин. То есть, как всегда, у нас поклевки начинаются в 8, и мы дождались этого момента. Да, слушай, хорошо хватануло так. Зажрало. Она уже не жилец и поедет домой на сковородку. О, наконец-то. Еле снял. Вот такой воблерок. Китайская копия Вижена 110-го. Один из моих любимых воблеров. Ну, в оригинале имеется в виду. А это... копия, причем работает она прекрасно. Только что опять была поклевка, сход. Что-то я камеру не включил, не ожидал, что на следующем же забросе
будет поклевка. Тоже твич-твич, пауза, джух, потащила. И такой бурун хороший был. Ну, тут нету такого, что трофей какой-то. Здесь какая-то травка немножко есть, надо чуть-чуть вперед дать. Подожди, не забрасывай сейчас. Казалось, что мы нащупали какое-то место и попытались покрутиться на этом пятачке, подходя с разных сторон. Но, по всей видимости, это была какая-то 10-минутная активность, так как мы видели, что несколько лодок недалеко от нас тоже брали какую-то рыбу под саком. А потом снова все стихло. В общем, на этих двух поклевках у нас рыбалка и закончилась. Уже час макаем приманки. Безуспешно, просто безуспешно. Все стихло, полный штиль, солнце шпарит, уже хочется раздеться. Сейчас пошли ближе к яме попробовать, может что-то будет. Вот народ даже уже с озера возвращается, неизвестно, было что или нет. Позвонили на дальний кордон, у ребят на три лодки одна щука на 1,5 килограмма и несколько криминальных. В общем, ничего особенного. Да, глубины совсем нет. Воблеры, которыми я обычно ловлю, просто ширкают по дну. Ну что, последняя надежда. Это крупная приманка. Не знаю. В этих водах я еще не пробовал. Я уверен, что она работает. В общем, сегодня рыбалку вроде как можно заканчивать, но еще есть надежда, что в 12 часов что-то выстрелит. Обычно такое бывает вот в такую погоду. Часик еще попробуем половить. И вскоре снова что-то шевельнулось, но пока не у нас. Хорошую достали щучку, ребята. А вон подсак сейчас завели. Не прошло и 5 минут, как я получил мощнейший удар в 30-сантиметрового угря, оснащенного стингером с 2 тройниками 2.0. Причем удар произошел у самой лодки. Трудно представить, как атакует рыба, чтобы не попасть на крючки. В общем, сын сразу попросил оснастить ему угря, чем мы и занялись. Угорь размером поменьше вполне подошел для его снасти. Не-не, Денька, ты так не поймаешь ее. Тебе надо кидать дальше и проводить по этому месту. Понимаешь? Потому что она никогда не уходит к лодке. Она вот здесь вот схватанула и пошла, отвернулась от лодки. Вот она там может быть, да, где сейчас ты забросил. Удар был неплохой. Удар был, блин, такой, аж у меня чуть спиннинг из рук не выпал. Бомбануло. Ну что бомбанет? Ну так почувствуешь, что это... Блин, да что ж такое? Я видел. Видел по кончику, как стукнуло? Да. Ну это может и окунь. Сейчас был слабый удар, а вот тогда чуть меня из рук не вырвало. Ну вот сейчас 12 часов будет, сейчас может быть активность конкретная. Ай, сошла. Сошла, ребята. Очень хорошая была. Это та же была, которая первый раз там шмальнула. Блин, вот и поклевки были, офигеть. Теперь-то мы знали, что рыба здесь есть. Просто утром она напрочь отказалась клевать. Ну там щука была отличная. Там такая... Нет, нет, щука. Ну, это мелкая. Давай подсак. Хотя нет, может не мелкая, что-то как-то совсем... Паровоз. Ой-ой-ой, какая мамка. Она огромная. Огромная, нет, нет.
Будем с этой заводить, только эта мамка здоровая. Постарайся. Очень сложно такую убрать щуку. Посмотри. Офигеть! Очень сложно, чтобы крючки не зацепились за сетку. Опускай вниз пол. Да, очень. Она не маленькая такая. Опускай. Опускай, я тебе скажу, как поднимать. Стоп. Еще нет. Так. Я тебе скажу, когда поднимать, да, садок? Ну, ты должен понимать, потому что там фрикцион работает. Да, она должна побегать, чтобы она устала. Но я надеюсь, в этот раз она уже не отпустит. Вроде бы зацепилась нормально. Так, подготавливаю фасак. Нам ее надо достать, чтобы сегодня победителями уйти отсюда. Опускай, опускай подсак. Мы будем как лосося. Да, да. Не, как сама. Опускай, опускай, опускай. Вот это да. Опускай. Поднимай. Поднимай, что ты все? Зацепили. Все, Дяня. А нет, убирай. Нельзя зацепить за сетку. Ты не успел поднять. Я тебе сказал, поднимай. Ладно, шанс номер два. Ребенок учится, молодец. Я постараюсь очень быстро поднять. Мне еще завести ее надо. Тут такая мамка. Подожди, подожди, подожди еще. По-моему, у нее крючки все в пасти, и из-за этого она не зацепилась. Я думал, что она цепанула. Так. Давай, закрывай. Все, молодец. Есть! Молодчага. Давай, отпускай, отпускай. Не надо поднимать за палку. Ну, дай пять. Вот это мама! Ну что? Отошли дядю Ваню фонку. Как ощущения? Тяжелая. Наверное, на 6-7 килограмм. Фу! Ребята, вот это ощущение. Блин, такая рыбина. Ну, у нее оба тройника, судя по всему, в пасти. Поэтому я думаю, что без шансов. Она там просто себе все перервала уже. Я думаю, что это 5 килограмм. Я думал, что больше, наверное, но больше в ней, пожалуй, нету. Сколько там? 4. Итак, 4,90 и с чем-то. Сейчас 4,800. Ну, под пятерку. Конечно, Денис тоже хотел поймать такую щуку, я и сам очень хотел ему поспособствовать в этом, отдав ему свой спиннинг, который для него, конечно, оказался очень тяжелым. Для 9-летнего пацана такие снасти немного рано. И уже после 3 забросов он вернулся к своей легкой снасти. Я же решил пойти дальше, разобрав для него Graphit-Leader Tira-EX до 42 грамм, которая была значительно легче, но большого угря, к сожалению, она не тянет. А вот Pixet Junior на ней летит прекрасно. Но кто бы мог подумать, что на первом забросе, который я решил сделать сам, сядет очередная щука. Чем ближе щука, тем... тем больше она становится. Да, нормально. С этого места я не слышу. Нет, это... Пойдем.
спасибо. Не поднимай за ручку никогда. За ручку не поднимай. Вот так вот. Ребята в соседней лодке, которые кидали в мою сторону, в шутку сказали мне, что это была их щука. На что я в шутку ответил: ну, может быть, извини. Они сегодня, судя по всему, были без рыбы. Будем фоткаться только с большой. А это маленькая? Да. 2 800. Почти 3 килограмма. Ну все, клади тогда. Видишь, надо чуть-чуть подрасти, и будет все получаться. Ну что, рыбалка перестала быть томной. Интересно стало. То есть среди бела дня начала клевать хорошая щука размеров 3-5 килограмма. 3-5, потому что у нас одна 3, а вторая 5. Осталось только Дениске поймать еще щуку. В общем-то, вся проблема была в дальности заброса и равномерности проводки, которая в этот день, похоже, была очень важна. В общем, нашли мы место. Конечно, я здесь уже ловил не первый раз, я здесь ловил трофейных щук, поэтому попробовали, и все получилось. А сейчас нас, как коршуны, со всех сторон окружают лодки, пытаются забросить в наше место. Вскоре, когда очередной раз снасть с пикшедом попала в мои руки, на дальнем выбросе вновь произошла атака. Да. Есть. Было здорово, что Денис осознавал всю сложность работы с тяжелыми снастями и совсем не расстраивался, что сегодня ловит только папа. Но если только самую малость. Зато мы были командой, и маленький напарник с энтузиазмом боролся за каждую поимку, выполняя отнюдь непростую задачу, орудуя тяжелым подсаком. А, это же не крупная. Ну что ж такое, Денька? Зачем же... Деня, опусти подсак, пожалуйста. Теперь поднимай. Ты подбросил щуку подсаком. Таким образом, в нашей лодке появилась четвертая щука. Посмотрите, это, конечно, без шансов. Это без шансов. Ну, вообще там просто внутри. Дай мне, пожалуйста, пинцет. А представляешь, мы бы с утра бы ушли бы. В общем, задул сильный ветер, такой приличный, мне кажется, что порывами метров 7. Вот. И нас, поскольку веревка была короткая, скинуло с точки моментально. То есть метров 30 мы пролетели на этом якоре просто незаметно. Ну, хоть и на GPS мы отметили эту точку, повторно встать на якоре не получилось так четко. То есть уже веревка длиннее, болтает из стороны в сторону. Ну, в общем-то, как бы ничего страшного. Рыбалкой мы остались довольны. 4 хорошие щуки поедут с нами. Открытие сезона достанется, как говорится, всем. И сами поедим, может, и закоптим. Вот. Что хочется сказать. Сегодняшний день еще раз доказал, что терпение, терпение, еще раз терпение. Но без каких-то навыков и поиска рыбы, то есть можно простоять весь день. То есть точка была найдена часов, наверное, за 5. То есть мы были пустые. То есть пойманная щука на воблер, а потом дальше вот эти поиски. Ну и потом подходящие люди удивлялись, почему у них ничего не берет рядышком, а мы, в общем-то, что-то цепляем. То есть нашли скопление конкретно ее, где она стояла. Ну все, сегодня, на сегодня все, уже 2:30, на воде мы были более чем достаточно. Пойдем домой. Ну а завтра будет другая рыбалка. Ну и, конечно, удовольствие, наверное, для каждого пацана самому поуправлять лодкой. Так, подводим итоги на берегу. Рыбалка у нас получилась рыбная. Открытие сезона шикарное. В общем, я доволен всем. 1 мая для меня это вообще лотерея. И, наверное, впервые я по щуке отловился классно, именно 1 мая.
Ну, у меня сегодня все срослось, а у подрастающего поколения, к сожалению, не получилось. Но ничего. Ничего, в следующий раз обязательно поймаю свою щуку. И всем пока, ни хвоста, ни чешуи. До следующего раза. Пока.